Бригитта. Весьма популярное имя в одном из королевств раннего средневековья. Сегодняшняя методичка будет в другом формате, но абсолютно такой же, как и предыдущие. Начнем сначала, закончим концом, определимся с постановкой вопроса. На кой хрен играть няшной мордашкой на металлическом основании, если для серьезных, суровых, брутальных, чисто мужских баталий есть солдат 67, 69... 76. Постараемся подойти к проблеме с чисто психологической точки зрения. Погрузившись в процесс активного приспособления к условиям среды Overwatch как компьютерной программы, определенная ценность представляет результат данного процесса. Соотношение этих компонентов, определяющих характер поведения, зависит от целей, ценностных ориентаций индивида и от его возможностей. Говоря строго научным языком, за Бригитту можно откатывать на изи. Достаточно просто поставить комнатное растение в горшке на клавиатуру. А со скиллами все в высшей степени, без всякого сомнения, само собой разумеется. Гибким резиновым, то есть железным фаллическим символом вносим коррективы в дизайн окружающего ландшафта. Заодно стучим по пухлым щечкам сразу нескольким противным, от древнегреческого слова «противник» — щеглам. Кстати, интересный факт про пеликанов. Эту увесистой хреновины выбиваем страйк промеж ушей на средней дистанции. Благодаря 40-тысячной, ставшей уже классической космической, то есть кармической энергии, Бригитта способна вылупить щит, который может продлить жалкое существование на пару наносекунд. Неплохим бонусом при этом является способность резкого рывка к ближайшим тушкам с последующим их оглушением. Не стоит забывать, что персонаж в эволюционной теории Дарвина является хилом. Однако, как выхилить кого-либо с помощью увеличения диаметра различных отверстий организма, то есть вот этого вот нетрадиционного метода лечения, разберется разве что эксперт интимной косметологии. Есть еще одна фишечка. Если гвардеец потерял веру в императора, нашим священным долгом, как доблестным защитником Империума, будет напомнить этим оборванцам, ради чего сияет Астрономикон. В целом и в общем, осмысленная непродуктивная деятельность за Бригитту на своем энергоинформационном уровне может доставить в определенном смысле какое-то хорошее, неплохое моментальное ментальное удовлетворение. У меня все, я кончил.